Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 7 травня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини про те, що Служба безпеки України затримала двох полковників управління державної охорони та заявила про зрив планів російської ФСБ з ліквідації Володимира Зеленського, Василя Малюка та Кирила Буданова. Агенти ФСБ шукали виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити. Романе Григоровичу, ну, знову ж таки, а скажіть, будь ласка, як, в принципі, так могло, ну, статися, що, дивіться, третій рік повномасштабного вторгнення, а виходить, що поруч із наближеним до таких наближених осіб є ось такі от агенти, як ви вважаєте? І, в принципі, які росіяни могли б змалювати собі тут сценарій та втілити? Ну, комитет госбезопасности работает, он никуда не делся. 100 лет практически эта организация, она инфильтрована во все практически спецслужбы и силовые органы Украины, так это точно, во все, всей Европы и части мира. И до сих пор они выполняют определенную задачу, исходя из центров принятия решений в Москве или в каком-то другом месте. Потому здесь как раз с этой точки зрения ничего необычного нет. И не третий, а 33-й скоро год независимости Украины, а смысл такой же. Никуда это не исчезло до сих пор. Дело в том, что для того, чтобы полностью отсечь систему управления КГБшную, это надо обнулить те структуры, которые остались после Советского Союза. Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины, остальные спецструктуры, которые остались, выходцы из КГБ, из СССР. Пока полностью не будет переформатировано с элементами, может быть, даже каких-то люстраций, таких полных, стопроцентных люстраций, как в свое время это сделал Саакашвили в Грузии, когда полностью всей МВД сказал «до свидания» и предупредил, что страна Грузия, народ Грузии в ваших возможностях и услугах не нуждается, начал строить новую полицию. То есть вот так это делается, по-другому никак, и ни в коем случае не допускать ни одного человека из старой разрушенной структуры в новую структуру, они с собой принесут вот эту инфильтрацию. Потому точно ничего тут необычного нет. А то, что служба контрики, мы сколько с вами, второй год говорим, да, контрразведка СБУ работает. Работает довольно-таки серьезно, и в том числе вот вычислили, ну, по крайней мере, намечающийся удар. Было понятно, что российское КГБ будет над этим работать, ну а контрразведка отработала навстречу. Механизм очень простой, по большому счету. То есть УДОшники, ну, в смысле управления госохраны, им не надо что-то делать. И от них надо информация по расположению на данный момент личного состава, ну, то есть в зависимости от цели как таковой. И дальше это просто нужная информация для того, чтобы передать ее, допустим, в принимающие органы. Они организовали бы удар ракетой, тем же кинжалом, один, второй, третий заход, допустим, беспилотником, еще раз повторный удар, понимая, как срабатывает система безопасности. То есть даже на повторном ударе, скорее всего, больше было бы определенных задач. Потому именно вот так у нас очень большая проблема в Украине с Россией, имею в виду. Потому что у россиян есть дальние средства поражения, причем довольно-таки скорые баллистические ракеты, вот кинжал, которые могут достать до любой точки. Потому очень опасно передавать месторасположение первых лиц, да и не только первых лиц, всех, кто задействован в войне против России, включая и семьи. Почему много вопросов вызывает закон этот мобилизационный, куда вогнали обязаловку по передаче адресов, и адресов своих семей, и адресов, допустим, тех же родителей. Сейчас вскрыли механизм такой же вскрытия китайскими спецслужбами военнослужащих Великобритании. Вот сейчас идет процесс. Потому служба безопасности отработала на упреждение, то есть, скорее всего, вычислили некоторые механизмы управления, ввели до определенного момента, а потом
отминусовали, ну, по крайней мере, схему отминусовали. Но, опять же, это одна из таких КГБ на одну задачу они бросают не одно направление, потому, скорее всего, есть еще, где сейчас КГБ будет работать, российское ФСБ, КГБ – это одна советская структура, и будут работать, пытаться отработать по другим линиям. Надо быть очень аккуратными, осторожными, но контрразведка работает, мы это уже видим. Пане Григорович, говорите про те, що попередили удар. А от як цілі, так обрані Володимир Зеленський, так Малюк та Буданов, мається на увазі, які собі малювали сценарій росіяни? Щоб що далі? Як далі могли б тоді розгортатися події? Ну, отмінусувати верхушку управління і спецслужб в тому числі. Це мог бути удар сразу, кстати, один по тому же, допустим, збору, коли президент, Верховний Головнокомандуй собирає став. На ставке главкома однозначно, ну, в большинстве своем случае находятся силовики. После удара по и уничтожения, допустим, верхнего руководства на Украине было бы определенное время, пока дополнительные или параллельные структуры не перехватят управление. Та же самая картина, как и когда снимали Залужного, то есть сняли верхушку управления, там больше 10 генералов, и пока новая команда, она есть, она, то есть там не рушится управление как таковое, но тем не менее, пока новая команда входит в выполнение боевых задач, есть определенный у противника такое окно возможностей, так называемое. Здесь та же самая картина. Уничтожение верховного главнокомандующего, уничтожение глав спецслужб, которые выполняют боевые, естественно, задачи сейчас, дало россиянам бы окно возможностей для военных операций. Военных операций без управления у нас, допустим, быстрого, по крайней мере, или пока мы перехватили управление полностью, было в определенное время на вот этот лаг по времени и окно возможностей, россияне бы однозначно им воспользовались. Ну а дальше... Дело в том, что нет у нас же не цари, у нас там не боги руководят. То есть у нас есть определенный законный механизм передачи полномочий, причем в некоторых случаях автоматически. Вот уничтожили бы, допустим, верховного главнокомандующего, его полномочия переходят главе Верховной Рады. То есть переход осуществляется в течение определенного времени, но тем не менее он осуществляется. По большому счету у нас что такое президент или, допустим, любое лицо, которое руководит. Это определенный набор полномочий. И вот эти полномочия там, по назначениям, по принятию решений, законные полномочия, они переходят параллельной структуре. Допустим, был бы это глава Верховной Рады. Это та же самая картина, связанная со спецслужбой. У каждого главы спецслужбы есть набор полномочий, которые при невозможности выполнять задачу главами переходит к их замам. К их замам, к начальникам отдела, ну, в зависимости от нахождения на данный момент на месте управления. Потому это все не привело к какому-то глобальной потере, это, допустим, управления. Но окно, еще раз, по времени, пока это все происходило, вот в это окно возможностей россияне могли бы выполнить какую-то задачу на линии фронта или еще где-то в каком-то месте. То есть это все подтягивается, подгадывается под какие-то задачи. Вот, допустим, возможность удара по главе государства вместе со спецслужбами могли вообще подугадывать под седьмое, вот под сегодняшнее число, под инаугурацию. Такой подарок Путину преподнести, так как на линии фронта ничего не сложилось, то есть Часов Яр стоит, как стоял, удержали мы в районе Очеретина россиян, то есть дальше они не пошли, доложить нечего, ни на одну из границ заявленных областей они не вышли, ни на Луганскую область, ни на Донецкую область, там еще далеко, как до Киева, Рачки, они это прекрасно понимают, тут пытались, может быть, как раз вот такой еще подарок Путину преподнести. Ну, скорее всего, такая задача и стояла. У мене одне уточнення, якщо дозволите, ви кажете про те, що найближчим часом потрібно бути обережними. Так, тут мається на увазі, що і в інших відомствах також може бути агентура. Однозначно, ну, вона везде є. Тобто інфільтрація однозначно є росіян. Ми ж бачили з 2014 року
началось наступательные действия российские, они захватили Крым, захватили часть Донбасса. Мы 8 лет практически с ними воевали, и к 22-му году уж ничего не изменилось. Опять предательство, опять работа на российские спецслужбы. Сотни правоохранителей перешли в российские органы, то есть практически сдали свою страну. Ну, то есть ничего не изменилось. Та же самая картина и сейчас. Есть определенные механизмы зачистки по некоторым спецслужбам. Но, тем не менее, до полной очистки государства от российских агентов, ну, очень далеко еще. Еще раз повторюсь, оптимальный вариант – это полностью уничтожение полностью всех структур, которые могут быть причастны к россиянам, ну, где могут быть инфильтрованы россияне. То есть полная перезагрузка практически всех структур. Оптимальный вариант вообще на новых, под новые задачи, еще раз повторюсь по поводу Саакашвили. Примерно вот в таком режиме. В другом режиме это не работает. Изнутри очень сложно очищать. Это, допустим, какую-то маленькую спецслужбу можно зачистить. Ту же службу безопасности, там всего лишь несколько десятков тысяч человек. И по большому счету контрразведка через определенные механизмы внутреннего контроля, она может зачистить малое количество людей. Ну а как МВД зачистить, если там больше 300 тысяч человек? А так быстро это не происходит. А это еще ГУР может внутри зачиститься, Главное управление разведки. Там всего лишь несколько тысяч человек. Они под постоянным контролем полиграфологов, то есть графологов, то есть там целый комплекс мероприятий, который просто не допускает внутрь себя внешнее какое-то влияние. Но маленькая структура, ей намного проще и легче. А большую структуру надо либо поработать несколько десятков лет, либо оптимальный вариант, конечно, ее под нож пускать, оставляя, разбить на мелкие структуры, их намного проще зачищать. МВД, допустим, легко, если его расколоть на составляющую ее часть, это Аваков ее собрал в монстра, там больше 300 тысяч человек, чуть ли не столько же, сколько в вооруженных силах Украины, если не больше. А там МЧС, это составляющие, это ГУНП, МЧС, это погранцы, это служба внешних там сношений, есть сервисные службы. То есть их надо просто колоть и чистить в ноль. Тогда может быть такой вариант зачистки. То есть это силовиков, это я только за силовиков говорю. У нас еще госслужба, сотни тысяч человек, у нас еще политиков, непомерное множество, исходя из их деятельности. То есть, по большому счету, еще долго работать, все еще осталось, эта проблема однозначно осталась в Украине, никуда она не делась, и никто ее, кстати, толком не занимается. Пока мы, можно говорить только о двух спецслужбах, которые самоочищением занялись сейчас. Вот службу безопасности мы это видим, зачистка произошла довольно-таки серьезно. Ну, ГУР, я уже говорил, она изначально стартово, она в самозачистке идет. Ну и остальные структуры. Даже УДО пришлось, видите, что контрразведка службы безопасности контролировала и УДО в том числе. Но это, скорее всего, исходя из некоторой информации, которую мы владеем, наши разведки, встроенные, инфильтрованные уже в российские механизмы, они там тоже есть, то есть такая взаимная инфильтрация однозначно произошла. И вот исходя из той информации, которую получили наши спецура от россиян, что готовится, отработала контрразведка по подготовке. Но это, еще раз повторюсь, это не единичный случай. Еще работать и работать, и российское КГБ работает всегда, подключены определенные системы дублирования. Потому как контрики, я думаю, в ближайшее время еще должны скрыть ні одну таку структуру. Відбулася інавгурація Путіна. Відомо про те, що 20 країн європейських бойкотували ці зібрання, але повідомляють ЗМІ про те, що нібито були присутні представники 6 європейських країн, от, зокрема Франції. При цьому у Держдепі, до речі, сказали про те, що вони не вважають вибори у Російській Федерації легітимними, при цьому говорять, що Путін – це президент Російської Федерації, тобто вважають його легітимним. Як все це розуміти, Роман Григорович? Ну, здесь каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Здесь не, это не какой-то общий месседж. Мальта, Кипр, Греция и Венгрия и Словакия. Ну, в принципе, понимание процессов есть. То есть Кипр, Мальта,
это такие мойки российские, они зависят от российских денег. Греция, там своеобразные отношения с Россией, связанные еще с горой Афон, наверное. Естественно, Венгрия со словаками – это только зависимость правителей Венгрии и Словакии, это не народы Венгрии и Словакии, то есть это проблема правительства одного и другого государства. То есть пять этих государств понятно, ну, по крайней мере, понятно почему. По Франции большой вопрос. Приняли решение не после визита Си Цзиньпиня. Скорее всего, какой-то размен произошел с Си Цзиньпинем. Си что-то сделал, и французы отправили своего посла. Хотя со стороны смотрится это, ну, мягко так скажем, некорректно, это минимум, а нелогично, это максимум. Нелогично почему? Потому что Макрон тут как петух кудахчет уже полгода о том, что он собирается войска вводить в Украину против России. Так он получается таким петухом и остается. Прокукарекало там хоть не расцветай. То есть прокукарекало о том, что будет войска вводить, помогать Украине, и тут же отсылает посла на эту инаугурацию, практически признавая легитимность Путина. Даже если они там и говорят, что они там что-то не признают, ну а если отправили посла, это уже признание как таковое. Причем именно признание легитимности Путина, вот то, что еще американцы сделали, они никого не вроде как и не отправили, но Госдеп, то есть Белый дом, а это значит конкретно Байден, надо просто понимать, что эти решения принимают, вот внешние отношения принимает конкретно президент. То есть это конкретно Байден принял решение признать Путина легитимным президентом России. А это значит признать в том числе и выборы на оккупированной территории. Хотя они перед этим как раз не признали выборы на оккупированной территории. То есть это сами себе противоречат. Но тем не менее, раз признают президентом Путина, то значит признают и практически аннексию захваченных территорий. Потому здесь надо видеть все эти процессы. По Соединенным Штатам, вернее, даже не так, не по США, надо четко понимать. Это позиция лично байденовская. То есть байденовско-обамовская администрация, та, которая в свое время, это клинтоновская тема вся, выдавила из нас ядерный зонтик, забрали ядерное оружие у нас. Обама в 2014 году практически сдал Крым россиянам, не включил механизм по Будапештскому меморандуму. Байден добивает эти процессы, даже проведя выборы на наших территориях, Байден признает Путина. Потому вот эта байденовская администрация, обамовская, она конкретно делает все возможное, делает, только здесь очень важно понимать, говорят они одно, а делают совсем другое. Так вот, они делают все возможное, чтобы сдать те территории, которые Путин захватил. Сдать, заставить украинцев, украинское общество, украинское военно-политическое руководство признать аннексию Крыма, Донбасса, сухопутного коридора. Это то, что они делают, признавая Путина и признавая в том числе аннексию. Это касается Соединенных Штатов. По Франции, я уже рассказал, здесь уже скорее всего, внутреннее противоречие самого Макрона. То есть, может, некоторые личностные, есть такая беда у некоторых политиков, тем более у такого французского толка, эти механизмы. Мы для себя просто должны это понять, зафиксировать эту позицию, ну и дальше разговаривать и понимать, какие действия могут последовать. Именно действия, не разговоры, мы же разговоры видим. По разговорам Макрона у нас уже должен быть на наших рубежах весь иностранный легион французский. Нет ни одного француза. Потому эти вопросы, ну, для себя просто понимать, рассчитывать и не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. По этим, по крайней мере, правителям. Еще раз повторюсь, это не касается государств и народов. Это две разные разницы. Байден и народ Америки – это две разные разницы. Макрон и народ Франции – две разные разницы. Та же самая картина касаемо и Фицо, и того же венгерского правителя. Маємо заяви щодо літаків F-16. Зокрема, міністр оборони Нідерландів заявила про те, що перші винищувачі від саме їхньої країни прийдуть в Україну восени, а Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що поставки літаків F-16 для України Росія вважатиме як появу носіїв ядерної зброї.
Армен Григорович, скажіть, будь ласка, це якось заява Російської Федерації, вона може вплинути вже на передачу нам літаків якось, в принципі, на Захід чи ні? Ну нет, это уже точно нет. Самолеты мы точно получим. Вопрос, сколько и когда, и с каким вооружением. Вот здесь вот этот вопрос. Абсолютно, допустим, какие-то заявления россиян не влияют на передачу уже самих F-16. Почему? Потому что запущен маховик подготовки. Подготовка летного состава, подготовка инженерно-технического состава, подготовка на аэродромов, переброска аэродромно-технического оборудования, кстати, в этом миллиарде, который нам выделили Соединенные Штаты, там четко забит один из пунктов аэродромно-техническое оборудование. И это, это целые комплексы мероприятий, которые невозможно остановить каким-то заявлением. Заявление такого рода, скорее всего, все-таки для внутреннего потребления, для того, чтобы как-то, хоть как-то перед российским обществом можно было похорохориться россиянским правителям, не более того. Самолеты у нас точно будут. И вот еще раз повторюсь, важно именно сколько, когда, в какой последовательности и с каким вооружением. Вот исходя из, по крайней мере, тех цифр, которые есть в информационном поле, можно сказать, что в ближайшие несколько месяцев, то есть май, июнь, июль, у нас будут где-то около эскадрильи, может быть, полторы эскадрильи самолетов. А вот нидерландские, это да, датские, а вот нидерландские зайдут ближе к осени. То есть те две эскадрильи, которые нам обещали Нидерланды, ближе к осени. То есть можно сказать, что в этом году, где-то к октябрю-ноябрю месяцу, у нас будет как минимум одна бригада самолетов F-16. То есть здесь уже вот это практически решенный вопрос. Просили две бригады, нужно 200 самолетов для выполнения боевых задач, хотя бы 150-160, но вот из реалий то, что мы в этом году видим и будем иметь, это где-то одна бригада, около 40-50 самолетов. Вопрос по летному составу. На это вопрос к руководству противовоздушной обороны, к руководству воздушных сил, которыми руководит как раз человек, который никакого отношения к авиации не имеет и к истребителям так тем более. Сколько летчиков у нас готовится? Исходя из той информации, которая есть в информационном потоке, даже если ее умножить на 2, так это недостаточное количество даже для тех самолетов, которые нам передают. И здесь вот даже вопрос в компетенции руководителя воздушных сил. То есть как он готовил летчиков, почему у нас может быть именно недостаток, коэффициент при подготовке летного состава 1.5 должен быть, то есть грубо 3 летчика на 2 самолета, это минимум, а реально, конечно, 2, то есть по 2 летчика на самолет. Если у нас не готовится достаточное количество летчиков, так нам никто самолетов не даст, не дадут нам на одного летчика 2 самолета, просто не дадут, смысла нет никакого. Потому что их придется обеспечивать. Наоборот, это должно быть 2 летчика на самолет. Причем так примерно оно и работает. В 2 смены, если летать, то один летчик летает в одну смену, в первую, второй летчик летает во вторую смену на том же самолете. Потом проводятся регламентные работы инженерно-техническим составом с определенным пересменкой и так далее, предварительными подготовками и так далее и тому подобное. Поэтому вопросы эти есть. И не совсем они должны быть направлены к нашим партнерам. Нам еще вопросы придется задавать, скорее всего, и руководству воздушных сил. Цікава інформація публікується в виданні Independent. Там говориться про те, що Росія більше не використовує Кримський міст для поставок військ в Україну, і він же не є важливою воєнною ціллю для Збройних сил України. Мовляв, на супутникових знімках видно, що Москва перейшла до використання сухопутних маршрутів на підконтрольному її сході та півдні після атак на Керченському мосту. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, про що свідчить, знову ж таки, ось ця заява, ось ця новина? Ну, це про те, що в нас з'явилися якісь нові можливості, знову ж таки, і Російська Федерація, так боїться, так ось, і тому з'являється, власне, така от інформація у ЗМІ. І з іншого боку, знову ж таки, це говорить тоді про наші можливості, як ви вважаєте? Ну, немножко попахивает некомпетентностью издания по этому вопросу. Во-первых, как шла, так и идет переброска войск через Керченский мост. Причем там же 3 переправы. Есть автомобильная, есть железнодорожная, так как мост как таковой, рядом переправа паромная. То есть и по всем 3 потокам идет техника, идет боеприпасы. Вопрос в количестве
одномоментно перевозимых, это другой вопрос. Но это не значит, что не работает Керченский мост. Почему не работает? Раньше они, допустим, тягали сцепки по 50-60 вагонов. То есть это поезд, так называемый, ну, сцепка. Вертушка еще называют ее. Так вот, вертушка где-то 50-60 вагонов, это 3000 тонн. Но так как после ударов, двух ударов, естественно, есть определенные ограничения по давлению на опоры, естественно, там сейчас перевозят, ну пусть двумя, тремя, пятью, десять вагонов, но все равно идет железнодорожное сообщение, однозначно идет, и везут особенно крупногабаритные грузы, которые перебрасываются только по железной дороге, те же ракеты, если с большими габаритами, так они перебрасываются по железке. Потому уничтожать однозначно надо эти посылы, типа зачем его теперь бить, однозначно надо уничтожать. Тем более через этот мост идет электроснабжение, то есть там же электрокабель вдоль моста проложен, который питает Крым и крымские, опять же, железную дорогу и военные объекты крымские запитываются с Тамани через Керченский мост. Потому как только появится такая возможность, его точно надо уничтожать. Понятно, что не сегодня. Сегодня все это ждали. Когда все ждут, ну, никто делать не будет, естественно. То есть удар будет тогда, когда как раз все ждать уже не будут. Будут валяться трезвые сильно или пьяные после хороших праздников, вот каких-то, неважно. После этого будет нанесен удар по Керченскому мосту. А то, что россияне перебрасывают по сухопутному коридору, так это понятно, это не из-за того, что Керченский мост не работает, это из-за того, что они сейчас отстроили за последние несколько лет, они отстроили четырехполосную дорогу от Донецка до Ялты можно доехать, причем без камер, без ничего, 200 километров становишься и едешь. И это 200 км в час, я имею в виду, ни один мент не остановит. И причем хорошую дорогу отстроили как раз в том числе под перевозки военных грузов. Так это из-за этого, не из-за того, что мост поврежден, и они двигаются, из-за того, что они просто построили там дорогу, сейчас пытаются запустить железную дорогу. Вот в ближайшие недели-полторы они будут запускать поезда с Ростова, ну, по крайней мере, пробные поезда с Ростова, то есть с вклинением под Волноваху и дальше движением до Мелитополя, до Джанкоя по всему кругу. Надо однозначно решать эти вопросы по уничтожению и Керченского моста, и Кармиусского моста. Кармиус – это река через, и там железнодорожный мост как раз вот этот с Ростова будет, и Миусского моста, то есть через Миусский залив. Скажи, будь ласка, а знищувати потрібно, ну, крім мосту, мається на увазі і підприємства, які одразу взялися так за його відбудову? Ну, тут оптимальний варіант не підприємствам бити, а по плавучим кранам, які будуть підходити к ремонту моста. Оптимальний варіант, тому що туди будуть підходити, ну, грубо, кораблі, вірніше, суда, на которых стоят плавучие краны для того, чтобы снять пролеты, отремонтировать. Вот оптимал – это вывести из строя мост, а потом ударить по этим судам. Это они, во-первых, там довольно-таки большое количество топлива, либо дизеля, либо того, на чем они будут работать. Мазут, дизель точно есть, то есть там есть чему гореть, и по большому счету удар даже по судам обеспечения и ремонта больше нанесет вреда именно Керченскому мосту. Но об этом все прекрасно знают. То есть, в принципе, при грамотной, правильной подготовке этот вопрос можно решить. Романе Григоровичу, традиционно три блиц-запитання для вас подготовила. Скажите, будь ласка, країнам ЄС потрібно перейти до спільного виробництва та закупівлі зброї для допомоги Україні? Ну, однозначно, это оптимальный вариант, причем надо и располагать производство в самой Украине, то есть у нас на наших базах. Мы можем это делать, у нас есть закрытые определенные предприятия, и это оптимальный вариант, в том числе и для наших партнеров. Потом Made in Ukraine, они же будут продавать в течение десятков лет. Европа может посылать ППО Украины из наявных запасов? Однозначно, у них как минимум двойные должны быть нормы, то есть по обеспечению ПВО. Вот одну часть они могли бы нам отдать даже не сильно, открываясь, раскрываясь. То есть вот эти запасные варианты
нам будет достаточно. Это до десятка зенитно-ракетных комплексов типа Патриот, до десятка Европа может нам передать. Плюс еще параллельно малые и средние дальности ПВО тоже могут. Но для этого надо решение натовских структур. То есть это почему некоторые страны не могут напрямую нам что-то передать. У них есть обязательство располагать, то есть иметь определенное количество зенитно-ракетных комплексов в общей структуре безопасности натовской Европы. Потому здесь лучше работать даже не с самими странами, а со штаб-квартирой НАТО. Якби Європа була б краще підготовлена, Росія, можливо, б не напала на Україну? Однозначно, понимая эти процессы, что Европа очень бы быстро могла бы включиться и перебросить нам достаточное количество техники, то есть сама включиться в эти процессы, Россия бы не двинулась. То есть то, что россияне приняли решение, нет, это ж не только Путин его принимал, российское военно-политическое руководство приняло решение о вторжении в Украину, несколько факторов, был и китайский фактор, разрешение Си Цзиньпиня на этот вопрос, внутрироссийские требования некоторые процесса политического, ну и неготовность Европы. Плюс, скорее всего, еще и видение Белого дома, то есть позиция Белого дома о неучастии в противодействии российской агрессии. Пане Григорович, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви щоденно приділяєте час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Це надзвичайно важливо та цінно. Дякуємо вам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось вже завтра в нашому ефірі. Романе Григоровичу, буду вас чекати. Дякую вам. До свидания.